Здравствуйте. Меня зовут Мартиросова Жасмина Танесовна. Являюсь старшей медсестрой приемного отделения. Меня интересуют такие вопросы. Являясь старшей отделения приемного в поликлинике, не в госпитале, хочу уточнить, можем ли мы надеяться на то, что сотрудникам приемного отделения, лаборатории и рентгена выплатят деньги, которые обещает нам Владимир Владимирович Путин? То есть всем медикам без исключения, не только сотрудникам госпиталя, но также сотрудникам передовой приемного отделения. Темрюкского района, имеющие на своей территории 3 порта. Мы не получили обещанные выплаты ни врачи, ни фельдшера, ни медсестры, ни водители, ничего, ни рубля, ни копейки.